Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня долгожданное видео по запросу Room Tour. Я давно уже хотела снять это видео, и меня уже просили. Так что для моих подписчиков, тех, кто просил Room Tour, вот, пожалуйста, начнем. Итак, с чего мы начнем? Мы начнем с зеркала, которое у меня здесь вот такой в полный рост. Я его сейчас вам покажу. Вот такое зеркало. Идем дальше. Вот эта дверь у меня на кухню. Мы идем дальше, Здесь у меня, ну, кровать. Мое логово. У меня небольшая комнатка. Я ее покрасила всю в белый цвет. Везде белые стены. Люблю розовый, так что у меня розовый половичок, розовое покрывало. Ну, это покрывало просто, чтобы, там, не знаю, или холодно, или куда-то постелить. Вы в видео, наверное, видели. Мой любимый Мишка подарил мне, мой любимый мужчина. Это как раз-таки, где я делаю весь монтаж и все делаю там. Я только смотрю фильмы, потому что качество хорошее, экран побольше. Такие две картины, которые я купила в Леруа Мерлен. Здесь у меня такой столик прикроватный, всякие документы лежат, вот блокнотик, кстати, куда я записываю все, что я для вас собираюсь сделать. А картина, помните, кто со мной давно уже, я начинала ее рисовать. И все, никак не могу закончить, нет вдохновения. Ну, там тоже всякие документы, там вот всякая визуальная штука, но пока я не вижу. iPad тоже что-то, иногда его использую постоянно, иногда нет. Зубная нить всегда. Один из телефонов. Идем дальше. Это свет, с которым я снимаю вам видео. Вот такой ночничок. У меня это made in handmade. Это мама сделала мне. Он сам по себе беленький, но она вот нашла какую-то ткань и сделала мне. И что-то мне не хочется даже менять. Спасибо, мамуля. Мне очень нравится цвет такой красивый, домашний, красный. Здесь у меня наборы всяких теней, румяна, помады. Микрофон, который я собираюсь пить или использовать как-то его. Это от комаров штука. В общем, вот такая розовая штучка, пластмассовая. Кстати, мне очень нравится. Там тысячу проводов. Во-первых, она недорогая. Во-вторых, она очень удобная. Она уже перекочевала со мной во многие-многие квартиры. И как у меня распределено, здесь у меня идет все для красоты, там ватные палочки, всякое такое. Открывать не буду, потому что там бардак, я там не убирала. Здесь у меня лекарства, просто полное лекарств всяких, уже можно перебрать. А здесь у меня всякие, знаете, документы на технику, шнуры там всякие. Ну, короче, в общем, со всякими шнурами все связано. Здесь мой столик, где я крашусь, где я снимаю вам видео. И вы наверняка видели хранение косметики, я укажу вам. Под столом у меня моя любимая розовая коробка со всяким хламом, который может понадобиться, может нет. А потом, кстати, дополнительный свет. Я его еще купила и даже не разбирала. Это для видеоклипов и видеосъемки. Но это я буду снимать попозже и рассказывать тоже об этом попозже. О, чаек. Надо выпить. Итак, что на моем столе из косметики? Значит, здесь я говорю, что я вам здесь храню наборы всякие, да? Здесь у меня вот такая полочка, очень она мне нравится, потому что она открытая, все на ней видно. Кстати, вот такая вот идея хранения крабиков, чтобы их не терять. Здесь всякие мои масочки, там американский набор тоже, здесь кисти. Здесь у меня пудры, хайлайтеры, тени, чем я постоянно пользуюсь. То есть вот здесь постоянно я пользуюсь. Ну, это вот этим вот, нет, не постоянно пользуюсь, это так у меня здесь. Кое-что лежит по мелочи. И мусорное ведро отвернутое специально, чтобы все красиво было. Это я не знаю, куда это деть. В общем, моя американская косметичка. И, в общем, другие косметички. Здесь в этой коробочке у меня лежат тональные средства, крема, смывка для макияжа, водичка моя мицеллярная. А здесь у меня всякие тени и блески. Дальше зеркальце дополнительное, которым я пользуюсь. Дальше, что у меня здесь? Здесь у меня лаки и все для лаков. Здесь у меня всякие крема для лица, для Mixfit. Вот сейчас новую купила. Посоветовали мне для лица, но он тяжеловато намазывается. Расскажу вам потом. Здесь у меня крема для тела. С запахом, без запаха. В общем, вот такая вот шкатулочка, которую тоже вам рассказывала. Здесь у меня все для глаз, здесь все для губ.
Здесь всякая фигня. Здесь у меня всякий хлам. Не хлам, но, в общем, много чего всякого, чем я особо не пользуюсь. Ну, в общем, то, что может пригодиться. Шпильки вот так тоже храню. Видите? Тут тоже у меня по ячеечкам всякая ерунда, которая вот некуда ее деть. А здесь у меня расчески, в общем, все для волос. То, что я там применяю для тела, масло там. Ну, в общем, разные штуки. А здесь у меня идет моя бижутерия. Вся. Вот здесь красота, красота. Вот она. Хранение бижутерии я тоже вам показывала в видео. Оставлю ссылочку. Здесь мои книжки любимые. Про книги тоже я вам рассказывала. Здесь мои духи. Про духи я вам тоже рассказывала. Оставлю ссылочки. Так. Что еще? А, комод, комод, комод. Он немножко такой, видите, уже испачканный. Это я здесь маслом мажусь перед зеркалом. И потом он в таких масляных потеках. И шкаф белый. Купила я все это в Икее, шкаф и вот эту штуку. Купила другого цвета было все это. Когда я захотела все покрасить в белый цвет, я покрасила и это все сама. Так что это тоже handmade, покрашено мною. Наверху у меня там тоже стоят всякие вещи. Ну и все, вот оно мое окошко с розовыми, с бабочками. Занавесками. Здесь у меня в уголку курточка, ну и там пояса всякие, все такое. Шарик, на котором я занимаюсь. И корзина для белья грязная. Это вот сейчас я снимала, вот остался штативчик. И снова мы пришли к нашей двери. Кухню. Кондиционер, который недавно приобрела. Шкаф. Даже не буду открывать, наверное. У меня тут все подряд, и мне не хватает места. Тут у меня летние, там у меня зимние. Перемешку, в общем, все. Там у меня сумки, белье. В общем, много чего. Вот такие вот дела. Вот двор у меня. Машинка моя стоит. Мусорный пакет надо выкинуть. Ну, в общем, вот так вот. Такие вот дела. Ну что, дорогие, вот такая вот у меня небольшая комната, но очень уютная. Я ее очень люблю. Она светлая, бело-розовая. Кто-то мне говорил, что я как Барби. Я говорю, да, эта комната как Барби. Хотя ношу я уже не розовые цвета. Я раньше любила розовые цвета. Хотя все равно, если я вижу что-то розовенькое, да, розовое с белым, я не могу отказаться. Но я сейчас и приношу другие цвета в свою жизнь. Это, может быть, какие-то желтые, серые, голубые, бирюзовые. Очень люблю. Итак, если вам понравилась моя комната, что-то нашли интересное, может быть, что-то увидели, и у вас возник вопрос, пишите мне в комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь, кто еще не подписан, потому что много интересного. Если вы хотите что-то, чтобы я специально для вас сняла, пишите в комментариях. И я обязательно постараюсь все снять видео по запросу. А с вами была я, Селена Свей, и мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!